Добрый вечер, дорогие друзья, и это сегодня последний бой, который был запланирован на 3 апреля 2015 года. А встречаются две команды, известные нам, это М19 и СВ Shadow. Встречаются на новых для всех в плане поединков карте, это Выкуп Уотерсона. Вот, карта интересная, 4 контрольные точки, вот мы видим ее полностью, 4 контрольные точки. В среднем она захватывается за 6 минут, если контролируются все 4 точки. Бой будет вестись с двух точек респа. Одна находится непосредственно рядом со мной, вторую сейчас показывает Муха у себя на стриме. Вот. Вот таким вот образом. Сейчас команды подготавливаются к бою, и с вами, как всегда, Муха 181789, Бабай, он же Александр, и я, XV34. В общем, мы сидим здесь и ждем, когда все будут готовы. Бабай, что ты думаешь? Быстро все пройдет? Нет. Не быстро? Я думаю, это не быстро. Это долго. Это очень недолго. И сейчас вот вы видите непосредственно, как распределились мои подопечные с Вишаду. Три хевика, два медика, один десантник в отряде. Ну, десантник в отряде Альфа — это я. Вот. И два хевика, два медика, один инженер в отряде Б. То есть они разделились. Так, а где еще двое? 12 на 12, а еще 10 на 10. Ну, может, они подумали, что 10 хватит, чтобы победить. Ну, в любом случае, бой будет очень долгим, напряженным. Я думаю, что М19 и SV Shadow осознают это. Кстати, вчера был поединок между... Здравствуй, Муха, не прошло и 3 лет. По составам Альфа Браво. Значит, в Альфе у нас 3 хэвика, 1 инж, 2 медика, 1 десантник. Статником будет штурмовик. В Браве у нас 3 хавика и 2 медика. Скорее всего, это будет отряд обхода какой-то, потому что их достаточно маловато в сравнении с Альфой. Вот, думаю, очень будет интересный геймплей со стороны штурмовика, потому что Лайт на этой карте имеет очень множество обходов, заходов с тыла. Очень, думаю, хороший будет... Ну, поживем, увидим. Поживем, увидим, потому что я стою над стартовой позицией, то есть отряд Браво будет стартовать с юга, а отряд Альфа будет стартовать с севера, и вот мне видно уже первые тактические карты, кто куда, тактические метки, кто куда будет выдвигаться, где они будут проводить регрупп, все нервничают, и я не вижу, если гоу, нет, гоу еще нету, спектрозор. Говорит, это что там по составу САУФ? Там есть лайты какие-нибудь? Есть один лайт, один инженер. Все остальное, как обычно, хевик-медики. Посмотрим вот, на битву лайтов. Ну, я бы здесь действовал не лайтом. Я бы здесь действовал диверсантом. Диверсанты здесь имеют огромный просто размах для деятельности. Это, опять-таки, моя мной любимая точка С, которая, в принципе, с крыши которой можно перекрывать все, что угодно. А во-вторых, диверсионные операции под пандусом, которым располагается, в принципе, весь выкуп Уотерсона, там вообще можно было бы роскошно делать все что угодно. Имея две любые противопехотные мины, можно было бы диверсантами делать сумасшедшие вещи. Но посмотрим, что получится. Мне непонятно, почему не используются вообще диверсанты. 12, нет, используется Адранова. Это Адранова, ему можно. Это единственный диверсант. Ему можно. Нет, ну почему же? У нас еще был великолепный диверсант у ИДФов. Не менее великолепный диверсант Адранова. И еще один диверсант у кого-то, я не помню, что из кого из команд. По-моему, у Тукеев. Тукеев-26, у Титан Труперс. Там тоже был великолепную диверсант. Игру пока показал только один. Выжить может только один. Они как эти, понимаешь, горцы. Выжить может только один. И, кстати, с ППшкой, я думаю, дивер может тоже натворить интересные вещи. Ведь не видишь же враги состав. И знает, что там будет. Там может быть лайт, может быть дивер еще что-то.
Вот нет, здесь вот на этих, с учетом этой базы, с учетом ее открытости, с учетом расстояния, здесь болтовка, она имеет место, имела бы место тактическое применение. Это достаточно неплохое тактическое применение, потому что сейчас какая-то суета команды Браво, они здесь совершают великий обряд бегания вокруг столбов. СВ-шаду, как всегда, в своем амплуа, юморят до конца. Вот на ритуал. Тоже нашел. Типа одному такие в конец добежали такие. Нормально. Кстати, если бы они в реальности так делали, им бы точно нашлась помощь. Кстати, срочная медицинская? Срочная психиатрическая. Альфа Сиков будет стартовать с нижнего грома, а вот Браво Сиков будет стартовать с верхнего грома. Посмотрим, как что пойдет. Что-то ситхи опять высадились все, пускай они сядут уже как-то. Всем не терпится, чтобы это началось. Это быстрее, очень, как говорится. Я чувствую, я думаю, все-таки не уложатся они 20 минут. Я прям уверен, даже почти. Команды достаточно равные по скиллу, по моему мнению. По раунд 20 минут. Карте. Блин. Ну посмотрим. Посмотрим. Двухминутная готовность. Я напоминаю, если 7 за 7 минут они за 15 минут они не дадут рейди, то дается одним из команд присуждается техническое поражение. Поэтому в их же интересах начать как можно быстрее. Техническое это такое. А сколько сейчас? У нас уже был прецедент с техническим поражением. У нас уже был прецедент с техническим поражением. В моей команде. 11-12 пока что. Ну, мне как-то. Вот мне непонятно, они распределены. В громах сидят и Альфа, и Браво, и Чарли. Но их 15 человек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15. В Чарли. То есть, я хочу сказать, их 15. Что мы решили, состав судей решили, что. Игроки в запасе не уходят на данный момент. Из боя не выходят. Вот. Из грома они не выходят. Они сидят все время в громе, чтобы гром не пропал. Потому что мы боимся, что 20 минут не хватит. Поэтому гром должен жить. То есть будет увеличено немножечко время, да? Нет, будет. Нет, время, таймер. Да, можем дать дополнительное время, но таймер стрима он будет идти 20 минут. Все понял. Давайте рейди, ребята. Что ж вы там? Долго. Вроде по сундукам все сели. Я не вижу никакой живности вокруг сундуков. Во всяком случае, со стороны хитов. Ставы там палят, радостные. Им нормально. Ну тоже. Через 20 секунд будет гол. И время пойдет, короче. Спектрозор говорит, ready. Ну, мне заработали сосочки. Ready. Внезапно. Окей, об этом мы поговорим вне стрима, что там у тебя заработало. Итак, время пошло. Время пошло, обе команды. Я слежу за Браво, Браво уверенно стартует к точке С. Обмениваются дарами, и сейчас, по-моему, Браво вайпнется. Да, ой, Браво вайпнулось. Ну да. Двое встанет у Браво ситхов. Ой-ой-ой-ой. Смотри, как ситхи сразу пошли с нижнего, с верхнего грома, а Браво ситхов сразу пошло навстречу самым, прям как только они вышли. Даже точку не стали красить, нет. Просто побежали сразу. Луча первый крас точки, побежал медик ответ. Ну, первый покрас идут. Идет дельта. Ну, сейчас. Нет, на точке С что-то происходит, причем происходит очень быстро и очень резво. Господа, я прошу прощения, внимания, здесь мы немножечко... Опа! Будем немножечко летать. Да, за всеми не уследишь. У вас 100%, что за всеми не уследишь. И, блин, эта карта, я, к сожалению... Альфа Ситхов стоит полностью на рояле Цешке и сейчас пытается перекрыть выход для савов с нижнего грома. Полностью альфа на крыше базируется, цешка, дэшка под ситхами, как говорится, бэшечка в пользу сава, вроде, ну куда, сейчас сава захватит бэшечку.
Или не захватит. Ну, Саба ничего не захватит, Альфа вайпнулась, Браво вайпнулась. Короче, все плохо, пацаны. Да, вы захватили Арчик. Достаточно. Бэшечку. Йой-йой. Один титан делает минус 2, по-моему. Одного точно снял, второго. Второй бежал. Да, второй бежал. Да, они бегают кругами. Они друг за другом кругами бегают. Боже. Карта большая, ну да. Карта все-таки большая для 12 на 12. То есть здесь как бы... 20 минут таймер. Смотри. 20-23. Нормально. И, кстати, у нас есть первое предупреждение Артема Кости, который выписал Бабай, который сказал, что нельзя кидать гранаты через перегородку, которая разделены громы. Так, и Альфа Ситхов сбегала быстренько на Ашечку, перекрасила. А Бэшечек стоял. Нет, здесь 4 минуты 50 секунд до захвата базы ситхами, скажем так, тиранами, и 17 минут до конца первого тайма. Напоминаю, что база очень большая, в чисто времени захвата около 6 минут. Да, ну пока я честно скажу, что даже вот по расписанию видно, что ситхи как бы вот достаточно неплохо вырываются вперед. Ну давайте называть вещи своими именами. Какие они? М19, они ситхи. Там, правда, зачем надо было так называться? Ну, сейчас они будут заложниками. Они будут заложниками своего предмета. Да, своего же креатива, потому что если вдруг они победят, то победили не ситхи, а М19. Ха-ха. Ну, я, как сказать. Ладно, да. Ой-ой-ой, хорошая игра от Сэра Квакера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Убил двоих на Дэшечке, играет десантника. А кстати, вот у меня. Да-да-да, вот я тоже. И нет. Нет, не смог. Не там получил, такой еще бой был смог. На ножах, они пытались зарубить на ножах, в какой-то момент у них кончились патроны, достали оба ножи, просто пошли месить, но Фэрквакер тактично свалил, перезарядился и все-таки не смог перестрелять. Сейчас почему-то завязался очень ожесточенный бой на точке D, я просто не понимаю, да, зачем. Why? По-всякому. И Савы, и Ситхи, все смешались. Но здесь не смешались, в основном здесь Савы, потому что у них с этого грома они идут, и отряда Браво идет. Ой-ой-ой-ой, положили троих ситхов на дэшке, все зашли на дэшку. Савы где-то 6-7 человек. А смысл в этом? Итак, сейчас под контролем. А, ребята, под контролем Савов, да, находится АБ. И вот Д начали перекрашивать. Дэшку хакнули. Ой-ой-ой. Так, ситхи сейчас, наверное, будут идти на А. Вижу, как они идут на А. Это ну, не Савы, идут, ой. Это он, это были Савы, а вот один десантник, он как бы решил показать свой класс, наверное, это штурмовик. Это штурмовик у нас на крыше точки Б. Так, да, это штурмовик. Он со всякими различными операциями, наверное, занимается. С рысью, кстати, парень. Хорошая пушечка, очень ДПСная. С чем он? Но не пострелять вот вдаль, там, если по мосткам что-то пойдет. Т5 АМЦ? Не, рысь. А, рысь. Да, старая добрая тирановская рысь с трехзначным вот мансует. Значением 909. Оп, как его поймали конкашом. Да, кстати, он застанен. Как-то он быстро становится, он, наверное, еле тупанул. Ну, чуть-чуть зацепило его. Парень, и он упал. Оп-оп-оп-оп-оп, смотри. Кинг-кинг, давай, давай, братан. Ой-ой-ой, ну штурмовика лайтом сложно перестрелять. И yes. Штурмовик нажимает F и выигрывает, все. Да. Со штурмовиком лоб в лоб ни в коем случае, потому что он нажмет F, теряя при этом. Да, и терять преимущество высоты при этом. Ну что я могу сказать? Опять до конца матча остается 14 минут 33 секунды, а на поле смешалось все. Короче. Да. Таймер вообще не тикает. Он просто. Да, таймер вообще не тикает. Ну даже. Я не тикаю. Да, да. Достаточно ожесточенно они взяли друг за друга. Ну, здесь вот, о чем я, собственно говоря, предупреждал. Вот, большие дистанции, очень большие дистанции, и оружие для среднего и ближнего боя, оно просто, ну, ни о чем. Ни о чем. Вот сейчас бы вот здесь бы один снайпер с болтовочкой, вот этих двух товарищей, которые болтаются на точке С, просто бах-бах. Кстати, да. Снайпер, ну, это да. Ну, возможно, просто у кого-то выше... снайперов... Просто он вышел бы на... Да, вышел на позицию, а между тем ситхи уверенно красят точку Б. Да.
И вот, когда штурмик стоял на крыше Б, я тут подумал, такой шикарный обзор, все видно, видно даже направление, с которого выходит команда. Даешь снайперам джетпак, я согласен. Дайте два. Он мог быть очень хорошими глазами, то есть он мог просто спотать, на пью нажимать и плавлять команде очень сильно, потому что... И если бы у него еще было вооружение, возможно, вооружение, что-то наподобие винтовочки, карабина для дальнего боя, то было вообще замечательно. Тем не менее, браво. Как Спектр кинул сам себе конкаш и пошел дальше. Заходит на бэк, тем временем Спектр. А, нет, не заходит. Пошутил. Убил одного медика. И вайпнулся. Сейчас идет обход ситков на... На обход ситки совершают на точку А. Идет перехак. Из-за зашления. Да, они зашли, но... ДР Кинг, короче, он наджибает же все живое, но не наджиба. И повезло, что у них был вот эта маленькая двойка, второй был медик. Потому что он поднял. Медик это просто... даже не что мы. Пардон, это не Дэр Кинг, это Second Destroy. Прошу прощения. Опа, вот эта вот двоечка пошла на бэшечку хакать. А ща это гейм, да. Надо тупо брать хисочки в своей фракции и тупо малярить, потому что их слишком большой, чтобы. И согласись, что в этом может помочь очень сильно диверсант, который передвигается. Я согласен полностью. Я не понимаю, почему я здесь не вижу. Потому что это и глаза. Диверсант, и здесь какие-то лайты. Лайты бегают, а вот диверсантов сражения вот нет. У тиранов есть просто божественные мины, которые, ну, не дают осечек. С усиками. Да, с усиками. Имеется в виду, что если она взрывается, то по-любому приходит килл. Вот, а всякие ванушные и так далее, они пикают сначала, и поэтому ты можешь нажать F там на штурмовике, спастись и так далее, если успеешь. Вот, а тиранские мины не прощают, поэтому какой-нибудь инженер с минами, который бы тупо минировал точки, чтобы, ну, вот эти всякие отрядики маленькие бегали, подрывались. Вот, или инфил тоже с минами, который там с болтовочкой где-то подсобил, где-то там мины положил. А тем временем вон наши с Вэшаду пытаются взвернуть контроль над точкой D, и вообще они полностью вайпнулись, идут заново с громов. Так, ну что тоже, можно там, сказать? Там два человека ситков осталось и два трупа. И, кстати, начался перехак. Перехак начался на точке... Полный. Полный контроль. 2 минуты 21, 11 минут... 2 минуты 18 секунд до конца захвата базы. И 11 минут до конца раунда. То есть, пока мы рассуждали о теоретические выкладки по поводу диверсантов, мои подопечные что-то как-то идет у них не так. Ребята, соберитесь. Ой-ой-ой. Соберитесь. А что за коса к нам прилетела? А, какая коса у нас там? А, надо быть... Нет, нет, стоп. Будем профессиональными. Будем следить за игрой. Так. Происходит. Опять ситхи месяцы на дэшке с саунами. Очень плотный огонь идет. Прям как только... Я не понимаю, зачем они так вцепились в эту точку Д. Вот я это понять не могу. Савы, вот... Можно же, можно вот... Что за коса на поле боя, ребята? Что пока это? Пока не мешает, это хорошо. Пусть улетит. Сейчас ГМ, я думаю, поработают. Смотри-ка, а этот, Ашка-то красит. Поработали. Садник, Аксера Квакер, сошел на Ашечку, Сауский, и выигрывает время для своей команды. Было минуту пока что. Вот, вот она, лайта или дивера. Просто зашел, кисточку взял, покрасил и ушел. Дальше. Да. В принципе, вот сейчас, если бы меня не слышали, вот сейчас весь удар на точку С, и ребята берут и... На С, кстати, два человека, всё. Два человека, да. Да, сихи на крыше. Два, и всё. На Бэшке один человек. Сейчас вот идеальный проход диверсанта, короче. Диверсант заходит, мансует, проходит первый, проходит второй, два удара ножом, два трупа. Всё. Да, да, да. В лучших традициях Райдена из Metal Gear Solid, короче, он такой. А! И все умерли. Тем временем, Сава отвоевывает две точки, и хак останавливается. Хак останавливается, а до конца основного раунда остается чуть менее чем 9 минут. 4 или 5 человек идут на Цешечку, проходят успешно на Цешечку, начали хэк Цешечки. Сейчас бодаются титаны. Дошло наконец-таки, да? Титана вырезает, не могу сказать, ник, боюсь за спот, помешать геймплею. Один из савов, один на один, все, прям. Кстати, короче, здесь резнулся инженер, просто он резнулся. Это Мидас, по-моему. Это Мидас, инжом. Сейчас полетаю, посмотрим. Ой, какая хорошая граната. Ой-ой-ой-ой, да, его убили прямо мне в лицо, короче.
камера забрызгала. И полный вайп сифов на С. На С, да. А теперь им надо развить направление удара БА и на Д просто не реагировать. Просто как бы не реагировать. До конца раунда остается 8 минут 33 секунды. Но даже здесь по окончанию, к сожалению, по окончанию дополнительного времени здесь не будет, потому что, как говорится, превосходство наша тактика или как там? Loyalty until death. Как-то так. Не помню все лозунги Интернет Республики. Ой, Минка, спалили Минку, взорвали. Молодцы ситхи. Подножки-то смотрят. Хакают Сэшечку. Так и тем временем хакается Ашечка. Да. Тем самым десантником 100%. Сейчас залечу, посмотрю. Да, тот самый десантник с кисточкой. Даже автомата нет. Кисточку взял и красит себе на здоровье. Радостный. Угу. Ой. Ситхи тем временем завоевали Сэшечку. Ну, за Цешку, ну смотри, дело в том, что здесь получилось следующее, они делают все немножечко, ну как сказать, торопятся, то есть им надо было бы завязать ситхов на Д, а самим там диверсионным отрядом красить С, понимаешь, то есть разделяй власть, но, к сожалению, этого не происходит, и как бы пацаны просто тупо перестреливают, пока им 19 перестреливает. Да, все очень это плохо. Тоже... У Савов пока что. Нужен вот это была очень непонятная, со стороны штурмовика была очень непонятная фигня. И он как-то пытается реабилитироваться. С4, короче. И он опять делает свою же ошибку, он выходит один на один со штурмом. Да, со штурмом. Типа я перестреляю. Лайт не должен. Вот даже если штурм будет нубее раза в два, чем лайт, он просто нажмет F и выиграет, поэтому да, нет да. смысла выходить в лоб. Ребята, 6 минут 52 секунды до конца раунда и 57 секунд до захвата базы. В принципе, здесь как бы все становится более-менее ясным, что первый тур остается за М19. Хотя мои подопечные пытаются восстановить контроль над С, это смысла не имеет сейчас. Они просто уже идут по инерции. Маховик раскручен, они вот сечь. Вот сейчас нужен диверсионный обход на точку А. Вот идет подъем в спину ситхам. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как хорошо. Медик прокинул ресочку на С-шечке. Двоим трупам своим. А, Савы. Ты понимаешь, здесь вся ирония в том, что сколько бы они ни прокидывали, чего бы они ни закидывали, а вся ирония заключается в одной простой вещи. Что выигрывают не тот, кто перестреливает, а тот, кто контролирует базу, и ее контролируют ситхи. Понимаешь, вот и все. Да не, это я не можно спорю. Можно вставать, падать. Момент красивый был. Ой, хорошая игра штурмовика. Сделал минус 2, молодец. Сам, правда, помер. Но у Савов пошел и рез. И опять подъем. Да, и все трое, которых убил штурмовик, встали. Хороший рез граната. Три вышел. Точки, кстати, под Савами. Уже нет. Ну, скорее всего, они все-таки проиграют, потому что откатить такой большой захват тиранов будет очень сложно. Нет. За сколько невозможно. Там осталось? Да, даже невозможно. До конца раунда 5 минут. 5 минут. Не успеет. Просто там, ребята, 15 минут это накапливалось. Не успеет. Очень долго они расчехлялись. Очень долго расчехлялись. Смотри, вот, какая вот, турелька. Вот, наконец-таки. Да, вот наконец-то эта турелька появилась. Да, я ждал, когда же появится эта турель. Да, вот многие инженеры... Снайпер, мечта снайпера просто. Этот инженер. Да, просто мечта снайпера, или же в условии отсутствия снайперов эта турель становится снайперской. Да, ведь у турели очень-очень кучная стрельба. Да там даже не одиночными, ну, там одиночными. Прям зажать можно, она все равно точно стреляет. Это очень точная штука. Итак, в это время ситхи начинают атаковать точку С. У Свэшадо получилось сместить акцент, это хорошо. Это очень хорошо. Посмотрим. Но им очень нужно контролировать хорошо. Все точки, чтобы показать невозможное просто. Потому но что до конца раунда... Им надо было это сделать чуточку раньше. Да. Скажем так, 15 минутами раньше. К сожалению. Да, турельку, кстати, подбили. Любимую турель подбили. Ну там медик есть, он, правда, тупит что-то. О, все, воскрешает наконец-то. Он боится, он не тупит. Так. Инженер, а почему шеста убили? Почему убили шест 86? У Савов или у кого? Нет, убили судью на поле. Судью на поле убили. Нормально. Всех в расход. Виза его убили. Нормально. Всех в расход. Никого не щадить. Я могу сказать, что это запрещено правилами.
Вываливать или убивать судью? Что именно? И то, и то? Не знаю, я бы все запретил. Смотри, кстати, как бодро Савы красит уже половину отхакали у тиранов. Да недавно отхакали от тирана, сейчас просто ситки попали в то же самое положение, что и Савы чуточку ранее, они сместили акцент на точку Д. Вот, и, блин, это не надо бы делать. В этот момент надо вот запускать своих диверсантов, запускать своих лайтов, чтобы те красили. Турелька какая-то, собственно говоря, не идеальная все-таки. Мало пользы я вижу от нее. Нет, пока что. Там просто... Там должен стоять диверсант. Да, там со либо дивер, было бы классно. Или громобоя туда диверсант поставить. У нас всегда там стоит. С НС-очкой. Лучше диверсанта любого. Да. Ну, мы посмотрим на вашу игру, так что все нормально. Ребята, до конца раунда остается 2 минуты 47 секунд, а на поле боя, короче, полная доминация идет Тиранской Республики. Да, я думаю, что... уже хакнули. Сейчас, ну, дышечку. Мы не увидим, наверное, захвата базы сейчас. Сейчас мы ее не увидим, потому что не укладываются они. Не укладываются они. У нас слишком большая база. Да. Хороший обход к Сайра Квакера. Или нехороший. Нет, хороший все-таки. Делает минус один и сразу по... Нет, не успел. Надо было сразу вверх прям. И влево. Эх. Убили. Здесь начинается возня на точке Б. Непонятно. А там, возня. Кстати, второй десант появился у Савов. С ПП-шечкой. Хм. Интересно. И все, и, грубо говоря, большая часть ситхов, одна легла, встает. В общем, ситхи, опять-таки, меняют акцент на точку С. Вот именно сейчас требуется просто фланговый удар на Д. Просто обойти, взять Д. Ой-ой-ой, ситхи покрасили все почти. Ну, практически все, но тебе берут Д. Сашечку отвоевали. Это очень долго будет бадание туда-сюда, туда-сюда. Да, ну это по раунду, короче. До конца матча... Сколько у нас до конца? Да, до конца матча остается минута 20. Вот, минута 20 все решит. Ну, она ничего не решит, в принципе, Сити победили. Знаешь, какая идея у меня появилась насчет этого Гекса? В самом же начале Гекс принадлежит новому конгломерату, и первое время, ну, неважно, кто держит. И первое время, там, минута 3... примерно. Можно просто постоять АФК одной команде, да, а вторая все захватит. И как только выровняется почти захват, можно выбежать, и все. И попытаться сделать захват объекта. Очень... План ураган, короче, очень наивный, на мой взгляд, но... Причем может иметь место быть, но мне кажется, что это очень наивно предполагать, что вторые не будут действовать по той же. Две команды не будут высаживаться. Окей, будут стоять друг на друга. 20 минут, ничья, все. Да. Обоим призы, все, нормально. Бой договорной? Не, что. Мы просто стояли, ждали. И здесь вот только что был сумасшедший момент на точке А. На нашку, кстати, зашли. Да. Ну, сейчас опять таймер остановится. 15 секунд до конца раунда, господа. 10, 9. Время. Александр, в принципе... Жмем стоп. 2 секунды, да. Да, 2 секунды до конца, и, в принципе, все. То есть, победили, как говорится. Победили. Но им мало, они продолжают стрелять. Они не остановились. До конца. До победы. Как я понимаю, победили ситхи, да? Да, победили ситхи. User left your channel. Нет, победили М19. Кстати, да. Я как говорил ранее, они станут заложниками вот этого фортина. Победили М19. И мы переходим на второй тайм. Я так понимаю, обмена громов тут нет. Все отходят на старт. А зачем гром-то перевозить? Стартовые позиции одни и те же. Да, кстати. Misunderstand. Хотя... В принципе, не совсем одни и те же. Ну, да, из примерно одного. Нет, ты можешь в любой момент резнуться с одного грома или с другого грома. Это понятно, просто, например, гром
ситхов верхний, он ближе к дэшке всех, потому что там выходишь, и там заход прям ну сразу. Вот, а саловский на верхней, он ближе к центральной лестнице, которая ведет на все точки. Вот, но, в принципе, не знаю. Давайте поспорим о равнозначности громов. Давайте. Я думаю, что оргкомитет, наверное, все эти вопросы как бы проверил, и все нормально в этом плане. Ой, косу подбили, бедняга. Они... Ну, здесь кос очень много летает, к сожалению. А нынче... Это она одна и та же. У кос брачный период, летает да. Тут. Ну, сейчас я думаю, что банхаммер сработает. Тяжелый такой, отеческий банхаммер. Так что, будет перестановка громов? Потому что савы что-то начали ее. Они недопоняли. Не будет, да? Громы перестанавливать не надо, нет. Угу, понял. И... Победа М19. Какие М19? Ситхи победили. Ну, сегодняшний вот этот первый матч, он, конечно, обозначен тем, что первый раз убили судью. Он вывалился из инвиза, его пристрелили. Не разобравшись в ситуации. Однако смотри, савы прям хотят пересадить громы. Да, переставляются громы. Все-таки идет перестановка громов. А гром саву застрял. Ребята, ну что ж вы. О, не-не-не, двинулся вроде. Или не двинулся. Он двигается, но нет, он не может вылезти. От савы. Яма, ну господи ты, боже мой. Как так? Ну хорош. Ну они же прям такие тонкие тролли, а. Ладно, ребят, давайте уже. Санди заглох, короче, Санди. Колесо спустило. Не-не-не, смотри, он может, молодец. Я решил объехать эту накидную яму. Да едьте он, делаем ставки. Поехал куда-то, вообще непонятно. Это единственный танкист, который смог взорваться там, да, короче? Не, все-таки, ХВ, все-таки расположение громов, я думаю, тут, ну, надо менять все равно, потому что... Вот это маленькое здание, видишь, которое нет точки, двухэтажное. Вот, оно тоже такое интересное. Проще же зайти на цешечку, чем через него. Второй том, второй тайм, я же оговорился, том сказал, второй тайм должен начаться вот буквально прямо вот сейчас. Да, команда Ради Донана, кто-то тренируется кидать конкажи. Да, я там видел. Это, наверное, я видел... это нервы, понимаешь, это нервы. Конкаша 2 в лицо ситхам. Вот, ну, от ситхов ситхам. Но видел парочку таких фейлов. Вот, поэтому там, видимо, у кого-то уже прибегло. Говорит, учись, пока пауза. А с конкашами пока у ситхов немного небольшая проблема была. Все-таки я склоняюсь к тому мнению, что здесь будет играть большую роль не диверсант, вернее, не десантник, а диверсант. Да, тоже так кажется. Я думаю, был бы неплох. Он может без палева все это красить. Даже, я не знаю, я честно скажу, я не в курсе всех тонкостей правил. Но если диверсант будет вот просто пистолетом хотя бы. У дивера... В той самой клоке, которая при движении тратится, при недвижении не тратится, то он может зароялить очень сильно. Просто двигаясь по полю и красит точки. Кстати, да, это идеальный кистальщик, художник, которого только можно придумать. Бесшумный, незаметный, как ниндзя. Да, как ниндзя, он может через респу проходить, аккуратненько перекрашивать точечки. Вот, и постоянно тыкать палочкой, да, кстати, говоря, в противника, а... Можно через респу? Противник будет тратить время... Вот через НКшный респ походить можно, там тебе прям респ. Ну там не совсем есть, совсем близко к нему подходить не надо, тогда начнет коцать. Не, ну я про то, что там можно прибежать, правилами не запрещено же. Наверное, да. Вроде это нигде не оглашалось. Александр, можно пробежать через респ или нет, у нас такой вопрос возник. Да, можно. Ну вот, можно. То есть бегал бы тут, базу, малярил. Под контролем. Да, бегать просто малярит, тыкает палочкой, не дает людям расслабиться, а уже не знает, что делать, поскольку это нету... Средств разведки-то нет. Наверное, это все-таки октагон единственная гекс, где выигрывает не тот, кто перестреливает противника, а тот, кто умеет малярить лучше, чем противник.
Потому что все силы держать на четырех точках невозможно. Где-то они будут в большей части, где-то в меньшей части. Вот, а где-то вообще на их не будет. Же уметь создавать. Парни, на октагоне выигрывает тот, кто сидит на Северной горе на танке. Ну да. И у нас опять одна проблема. У нас Гром... Гром СВ-шадо, он, короче, он взбесился. Что с ним? У него беда, и он сейчас улетит в небо. О боже, ребята, самое, давайте прекращайте это. Смотри, господи. А я тут при чем? Я наблюдаю за этим феноменом. Самое, друзья, шо? Dance Dance Revolution у нас не тут. Так, в самом нормально. Их устраивает местоположение Грома. Да. Гром с прибаутками. Там, посмотри, из окон дым не идет там, из Грома. Нет. Потому что что-то им слишком весело. Сейчас соседи будут ругаться. Не угорает. Просить музыку потише сделать. О, господи, смотри. Смотри, он перевернулся. Он перевернулся на 180. Опять? Да. Нормально. Ну, вроде встал. Вроде уже судороги и конвульсии закончены. Вроде все. У нас регламентом никак не ограничено время подготовки. Уже как-то затягивается. Почему? Ну, сейчас у них будет 30-секундная готовность. И дальше. Шериф, как говорится в одной поговорке, шерифа ничего не волнует. Проблемы индейцев шерифа точно никак не волнует. А мы ждем между тем 30 секунд. То самочувствие, когда ты ждешь. А-а-а. Ребята, давайте, сядьте в Гром. Пожалуйста. Интересно, если я буду пристально смотреть камеры на Сит, он сядет в Гром? Проверим. Давай, спектрозор. Ты должен почувствовать, что за тобой кто-то следит. Слышишь голоса, спектрозор, ты слышишь их? Да, он сел. Нет, он не сел. Опять ритуал. Ритуал бегания вокруг столбиков продолжается. О, нет, услышал все-таки. Все, вроде так, все команды готовы. Ну, подведем небольшие тактические итоги. То есть на данном этапе весь первый тайм ситхи поочередно, попеременно с савами создавали непонятную возню на точке Д, которая, в принципе, не имеет никакого тактического смысла. То есть всегда брали октагон через три точки. Вот. И я думаю, что, вот Петразур говорит Реди, я думаю, что вот это создание ложных целей, ложных атак, это очень большое искусство, которое в принципе, чисто теоретически может помочь в дальнейшем. Так, оп, и время пошло. Оп, на этот раз мои подопечные в полном составе Альфа и Браво вылезли, попадают под бодрые конкаши многоуважаемых ситхов, М19, простите. Те живы, но слегка позатуманены. Слегка пьяны. Эркинг упал. Да. Оп-оп-оп-оп, какие перестрелочки у нас тут. Спектрозор падает. Одна большая перестрелка. А двое падают. Там, я думаю, было немного вот, глупо. Заходит со стыла. Там 6 человек где-то было. Бодались вдвоем. Да, вот это был фейл. Самый большой фейл со времен Второй Пунической войны, господа. Это... Медик вылез бодаться, не знаю зачем, просто вылез и умер. Все, отряд вайпнулся. Нормально. Идет подъем. Ну что мы видим? Мы видим, в принципе, то, что каким-то невероятным способом захвачена точка Б. А, это тот самый Light Xair Quaker, который вместо автомата имеет кисточку. Ну вот Альфа, вот Чарли, простите, Чарли полностью вот, А и Б перекрасили, а те пока бодро перестреливаются. То а им нормально. Создание ложных целей. Стреляет им и хорошо. Цель. Смотри, Ксэр Квакер дальше побежал, он не становится, пока все не перекрасит. Заходит на Дэшечку, перекрасил Дэшечку. Хорош. Хитер, бобер. Нормально. Ну-ка, давай, еще Цешечку перекрасим нам для полного счастья. Ну, Цешечку тут немножко, слушай, она сопротивляется, здесь целый один... Один человек, находится. Один медик. Да, целый один сопротивление. Человек. Да. И вот Альфа полностью, ну, не в два из Альфы забегает прямо вот на точку С, и сейчас здесь начнется какая-то возня тут.
Именно возня, потому что по-другому это назвать не могу. Медик на медик, кстати, вышли. На и Ёршкин кот, этот боевой медик, кладет Рашера. Рашера? Ой-ой-ой. Да. Медик все-таки умирает. И Цешечка переходит под Савов. Хорошо. Надо найти нашего Ксайра Квакера. Любителя малярить, который занимается художеством. Хакнул Бэшку только что он. Просто вот смотри вот на игру Лайта, что он тут делает? Он носит столько пользы команде. Я вот не понимаю, почему Дэр Кинг не видит, что там стоит человечек. Вот прямо вот здесь он вот стоял. Оп, поймали Ксайра Квакера. А, не-не-не-не, смотри, без хп полностью остался. Хильнулся. Сейчас ну, выжил. Он вылетать, наверное, будет. Да, выжил, убил. Убил штурмовика на Ашке один на один. Еще ему стреляли в спину. Воу-воу-воу, полегче. Хакает Ашку. Ё-моё, Ксайра Квакер. Я хочу на это видеть, я хочу это... Я... Он, короче, обладает недюжим скиллом и... Всё-таки нет. Вышел. Не смотри, кстати, сколько он оставил штурмовику на одну пулю буквально повреждений. Да. Спектрозору. Да, при том, что... Что мы видим? Что мы видим на таблице? Мы видим, что сейчас Хейра Квакер, Норберт и Чума, они взяли под контроль. Артём Костя рулит своим скиллом, но... Скилл тут не решает, решает тактика. Кстати, к сожалению. Куча сау забилась на дэшку. Сейчас будет небольшой махач с ситхами. Туда заходит три ситха, один уже помер. Выходит Ксайра Квакер. Один уже помер. Заходит один ситх, и он уже помер, да? Так идет подъем. Павленти вылет. Да, Павленти Сирика, квалификационная замена. Артём Костя пишет сейчас, что Павленти вылет. А он малярит, ему нормально. Сейчас Тубудов на Ашке. Да, он на Ашке был. Вот он, прирожденный художник. Вот он. Видно, издалека. Три точки держит Савва тем временем. Малевич, Казимир. Просто Казимир, просто Малевич. Ван Гог, ты шо? Надо выше. Ой-ой-ой-ой, выходит на двух штурмов, но тут уже не спастись. Ксайра Квакер, ой, к сожалению, падает. Надо больше использовать крышу, мне кажется, на лайте, потому что если ты бегаешь по ступенькам, у тебя есть все-таки вероятность столкнуться с всякими некрасивыми людьми, с пулеметами ручными щитами в темных местах, переулках всяких. Да, 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 есть такой момент. Крыша — это наше все для десантников. Там полностью ну, дело в том, что ты по крыше сможешь пройти от А до Б до С. Да, это не факт. По-прежнему я не вижу ни одного диверсанта. Тем временем ситхи немного камбэкнулись, захватили три точечки. Сейчас на дэшечке месяца просто как... Вот рядом с точкой А происходит какой-то сумасшедший бой, просто два теровца. Я не знаю, кто эти герои. Сейчас скажу, это Спектрозор и два Титан. Положили вроде двоих. Два титана, короче, спектрозоры и просто титаны. Эти два титана положили. Ну, без лишней скромности четверых свышадовцев. Это савов. Это печально, ребят. А, неплохая игра. Остановили раш на точку А. Однако, смотри, спектрозору в бочинку накидали немного. Титан, не титан. Медик зашел, один медик всего, без прикрытия. Штурмовиков зашел, на бэшку слился. Спектрозор пытался обойти, слился. Титан пока живой, но за ним уже едут. И Титан... Нет, выжил. Он выживает. Он выживает. Он засейфился и сейчас будет... Смотри, бодается без перезарядённых щитов. Да, опасно, нет, но... он, да, он хорошо забодал. Ну, с, этим, с десантником... А вот с десантником он не забодался, нет. Не смог. Ксайра Квакер не контрится, короче. Да, он не контрится. Тем временем он хакнул Ашечку. Вот столько пользы вот один человек сейчас вносит для команды, он просто ходит, малярит, все. Команда где-то там дерется за одну точку, а он остальные три малярит, ему нормально. Сейчас на цешечку побежал, сейчас на цешечке маля... Ой-ой-ой-ой-ой, к сожалению, прибежал отряд ситхов, заходит в спину отряду ситхов, делает минус два, уходит. Ё-моё, все, отряд ситхов лежит. Отряд ситхов? Ой, отряд ситхов, ну небольшой будет. Такой отрядик, три человека. Не в смысле 12 человек, а... Я сейчас вижу, я вижу, что вот двое Чарли, двое Браво, те самые ребята, то есть... У ситхов полный вайп, кстати. Сейчас вот они только вышли с громов. Господа, есть большая вероятность того, что сегодня мы увидим третий раунд. Наконец-то! Ура! Наконец-то, еще 20 минут! Великолепная игра от Савов, делают минус один. Ой-ой-ой-ой, Ксайра Квакер опасно выходит, делает еще минус один, но все-таки его сливают. Ну, нет, сейчас идет контроль, подъем.
Причем с обоих сторон. Хорошо, медик, медик Сава заходит, делает минус один, контролит, но какой-то вообще мясорубка идет, я прям не могу определить, да, что на происходит. Да, на С просто сумасшедший бой идет. Жесть, на С просто люди падают, люди встают, люди падают. Я остался один. Такие трупы. Может выжить только один. Нормально. Это ситхи, то есть. Однако, смотри, сейчас время будет работать на Сава. Уже потихонечку. Да. До конца раунда остается 12 минут 50 секунд, а до конца захвата базы, ну, до полного захвата базы с суверенитетом Бану, остается 5 минут 20 секунд. Уф. Ну, сейчас начинает слегка подъедать Сава, как ты видишь, да, точка Д поплыла. Ну, не особо, там, там турелечка, там, не, Дэшечка, это так, мимолетно. Вот, там сейчас на Дэшечке Сава. Квакер идет в атаку. Ну-ка, короче. Где? Покажи мне его. На могу точке Б. Бэшечка, понял, иду. На ой, нифига летанул. Контролит. Нет, слился все-таки, к сожалению. Ну, штурмовики, опасно бодаться с ними. 1700 хп против 1000 хп, это точно. Сейчас штурмовику будет бобо. Да, кстати, штурмовику очень больно титану. Остался без щитов. Кстати, плохой и выбор на десанте брать ПП-шечку. Вот хоть он и молодец, сейчас Норбит смог дострелить все-таки пацана без хп. Но, блин, НС-очка с глушителем на десантника. Еще с ХСНВ. Хороший парень выбор, любит хороший, хардкор. Да, он любит хардкор, но тем не менее, заметь, что глушитель в данном случае работает очень хорошо. Его просто не видно на карте, где он стреляет. Не, я про то, что есть много аналогов, например, НСК та же, у которой будет Редания. ДПС взять больше. Взять того же, тот же Сириус или Редания. Да, или Редания. То есть много пушек лучше, чем НС ПДВ. НС ПДВ это очень такая пушечка. Я бы не сказал, что может есть быть, аналоги лучше. Прирост к ней. Может это... быть, кстати, да. Может быть, пацану нравится с ней. Но там ну что, очень я падает. Могу поздравить Савов. У них практически контролируется вся база. 2.45 до захвата, ребят. Это просто ну, плывет, правда, С и Б, Д плывет. Плывут ситхи. Сэшечку, правда, ну, взяли. После того, как заменили... Ну, после того, взяли. Как вылетел Павленти, то есть, у них замена произошла. Может быть, Павленти олицетворял боевой дух. Да. Боевой дух. Телефон команды выбыл. Да. Душа команды погибла. Ой-ой-ой, хороший размен. Деркинг говорит о замене тоже. Деркинг тоже говорит о замене. Они выпускают звери на... На Дэшке полное мясо. Хорошая резка по трём. На Д вообще сумасшедший дом. Нет, Сау все-таки заходит. Заходит на Д. Трое, четверо. О, диверсант! ХВ! Ты твои молитвы где? Были услышаны! Где? На Д, диверсант с этим, с Клотом, с сталкером. С комиссаром. Да, а, нет, стоп, нет, и нет, чей, нет, чей? Савовский. Не с комиссаром, вот то есть не с сталкером, а все-таки с винтовочкой, со снайперской. Стопудов старый квакер. Вот, посмотри, пожалуйста, не могу заспотить, иначе помешаю игровому процессу. Не надо, я тоже на Д смотрю внимательно, но я не вижу, где этот. Он сейчас на Б прибежал. На Б прибежал. А посмотри по этому, как его по табло. Кто это? Стопудов старый квакер. Ну, прям смотрю. Уверен. Прям зуб даю. На Б диверсант пробежал. Да, это диверсант, это не сэр Квакер, это... Да. Это... Господи, да кто ж ты такой? Ты куда ты убежал? Открой отряд. Посмотри по никам. Чтобы он не бегал от это тебя. Это Альфа. Это Ниама. Ниама, он сейчас будет показывать класс ой. Игры. Ой, упал. Ну, в другой раз покажет. Уже не будет показывать. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, к сожалению, да, такое случается. А это кто закусился у нас здесь, герой на точке А? На точке А был у нас Софтон, Трон, Тоткон, господи, Ники. Ой, ребята, простите, не могу я такое читать. Не позволяет мой английский такие ники прочитать. Pardon my French, но тем не менее. А пока мы развлекаемся с никами, до конца матча остается 8 минут 57 секунд. И Сава пока а до конца захвата базы Сава, да, лидирует. Вот это вот меня как раз-таки удивляет, что лидирует. Ну-ка. Какого? Нет, уже не лидирует. Уже лидирует по захвату, сейчас лидирует. Не, под Савы. Контролем находится все. По захвату, по да, захвату а да. Под контролем находится все. Надо самым срочно что-то предпринимать, потому что их преимущество сильно падает. Очень сильно.
Сейчас им надо просто, уже, да, уже катастрофически падает. Ребята, катастрофически. Ребята, надо что-то просто делать. Просто еще стоит учитывать, что у команды Swiss Shadow сейчас некоторые проблемы. У них подошли две горячие замены, игроки вылетели просто. Хорошие игроки вылетают. Кстати, поэтому да, на ПТС я заметил, есть некие проблемы с пингом. У многих, многие жаловались, я слышал, ходили слухи, что с пингом на ПТС очень большие проблемы. Вот. Тем не менее, забегает один инж вроде бы, не могу точно сказать, Сауфский на Ашечку. Нет, начинает хак. Все смялось, короче. Они пытаются сделать длинный обход по периметру, и у них это получается, но спином накидывают, конечно же. Няма, занимайся своими делами, няма. Няма, классник. Реально классный. Няма, да. Так, тем временем. Няма, молодец. Ситхи сейчас Деркинга зажмут, сжимают Деркинга, Деркинг падает. Ситхи сейчас идут на Ашку. 4-5 человек ситхов идут на Ашку. 4 человека. Также на Бэшке один. Так близко была победа и наша вера в третий тайм. Тем временем Бэшку хакают Савы. Поднимают друг друга. Савы на Б. Закрепились очень хорошо. Но падают все-таки Савы на Б. Один упал. Не, падают, один падают. Остался. Двое осталось Савов на Б. Идет резко здесь от идет ситхов. Обход, тыловой обход. Да, сейчас идет небольшой ловый обход на Ашечку. А где наша Няма? На Ашечку забегает инж. Бешеным тараканом должны носиться и перекрашивать все это дело. Ой-ой-ой, инж, ну ты что делаешь? Ё-моё. Инженер выходит на Ашечку, начинает ее хакать, потом да ну ее хакать, побежал дальше и умер. На, как я же вижу мины? Второго Акуз. Вы уж выпустили также Акуза. Ребята, это и второй диверсант. И он что-то показывает, достаточно интересную игру. То есть Акус начал работать, и это помогает. Ребята, вы чего? Вот, собственно говоря, о чем я и говорил. То есть, на снайпер сейчас снял на С. Тех одиноко стоящих чуваков, да. Да. Неплохо. Тех одиноко стоящих чуваков. Немножко позиция у него была не та, и, собственно говоря, вот эти два диверсанта, они переломили в какой-то мере уход. Да, слушай, интересно, завернулось все. Сава еще контролирует две точки, красит Сашечку ситхи. Сколько у нас до конца тайма? 5 минут 40 секунд. В принципе, есть время у Савы, дофига времени. Есть время у Савы, чтобы переломить все, переиграть на себя. 5 минут это много хв. То, что они контролят две точки, им надо перекрасить еще одну. Опа, и Дэшечку хакает, смотри, кто этот герой, кто хакает Дэшечку у нас. И это стопудов Серквакер. Я не знаю почему, но я уверен. По-моему, Серквакер вылетел, поэтому его, он вылетел. Блин. Он вылетел. Ну, блин. Норберт остался, ну, почему? Норберт играет. Почему он вылетел? Вот он вылетел. Ну ты понимаешь, что вот он вылетел и все. Вот он хакал точки, он вылетел, и точки уж теперь красные. Да. Этим должен заниматься Няма, пятый альфа, либо должен заниматься Акус, но они занимаются тем, что перестреливаются друг с другом. Это очень плохо. Ребят, не надо это гекс, где надо не хакать. Не надо стреляться, надо хакать. Хак тайм, пацаны. Это единственный гекс, где нужно просто бегать, и все. Тут даже стрелять не надо некоторым людям. Эх, да, все очень плохо. Может быть, дело в том, что перехак точки АЦ. Вернулся Павленки? А, может быть. Вернулся, да, в ситках? Нет, Павленти не имеет права возвращаться, он вылетел и все. Его замена подошла, и он должен. Соответственно, мы не увидим нашего квакера. Ну, хорошо, хорошая игра от штурмовика. Сейчас зашел на Ашечку, положил двоих просто. Один. Медика и Хэвика. И занял Ашечку. До конца раунда остается 4 минуты 6 секунд. Я буду выполнять роли кукушки, который говорит ку-ку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая хорошая игра, что... Нет, пошутил. Что-то сломалось у Савов, вот у Савов что-то сломалось, то есть у них было все хорошо, а потом вот эта серия падений и... Как Кстати, будто по рукам мне сейчас ударили. Сказали, что Павленти вылетел, но он зашел обратно, но он не играет. Играет вместо него KFC Man. Угу. Тем временем... Замены обратной не будет. Три точки под контролем Савов.
Три точки под контролем савов. А сейчас возможно что-то будет. 6 минут, смотри, 6 минут 42 секунды против 3 минут до конца раунда и контролировать ситуацию, как ты видишь, Тарани. Здесь игра идет на захватить, сделать задел, и потом его удержать, просто тупо тянуть время, понимаешь? Да-да-да. Блин, нет, все-таки. Здесь выигрывать будут не по доминации, не по доминации на базе будут выигрывать, а тупо по окончанию игрового таймера. Вот это будет, наверное, оптимальная стратегия. Эх, савы, савы. Ох, как сработала Минг-то. Ой, я не увидел. Есть пострадавший от Минг. Нет, пострадавших нет. Что-то этот дивер пока показывает, ну, очень плохую игру. Я прям думал, он будет божить, но мне прям не нравится то, что я вижу. Лучше бы уже если он играл. Он просто... Да, просто он в действительности не готов к ведению боев тут. Эх, савы. Ребят, ну давайте. Ну... Потрогай их. Я на вас квартиру поставил. Ребят, ну шо? Нельзя так сливать. Я жить буду. Боже. Муха, не плачь. Савы, давайте, все, пошли. Он делает что-то, вот диверсант, он делает что-то, вот. Ну вот, блин. Вот не хватает мощности стрельбы, вот не ту пушку ты взял, чувак. Не ваншотницу. Лучше бы это, взял ППшку, бегал с ППшкой и все. ППшек да, много. Бегал бы с ППшкой. Есть куча ППшек у вас хороших. Более такая великолепная пушка, как Эридани, 173 да, дамагает. Есть классные пушечки. Ну, собственно говоря, он начал работать, АКУС начал работать в нужном направлении, аллилуйя, не прошло и 3 лет. Нет, до конца раунда остается минута 41, но это поздно. Ситхи, выиграли. Мигает все. Даже если все точки сейчас захватят, не поможет это савам, к сожалению. АКУС, АКУС, АКУС. Вместо того, чтобы убегать, надо было стрелять, но... Не будет 3 раундов. Может, оно и к лучшему. Нет, не будет. Даже не знаю, как сказать. Не будет 3 раундов. Задел сумасшедший. Просто сумасшедший. Задел. Точку С не дали перехакать. Точка А не перехакана. Б под контролем ситхов. Все. Савы поплыли. Все под контролем ситхов. Да. Все точки. Да. Савы поплыли, к сожалению. Они не смогли оправиться после вот этого. Вылета. Наверное, все-таки у них вот был квакер, он был. Ну, человек, я прям следил за ним, и польза от него была, ну, в плане покраски. 90%. Вот покраски сделал к Сайру квакер. Потому что, я не знаю, просто летал, красил. Даже килял кого-то, в принципе, но это так, если рядом есть кто-то, он кильнет. Ну а в основном. Итак, до конца встречи осталось 30 секунд. 30 секунд, и в принципе. Я не думаю. Можно уже писать стоп. Тут уже, даже если все точки будут захвачены, нет смысла дальше играть. Ну, по регламенту должны отработать. Ну до ладно. Конца. Отработаем. Ну что я могу сказать? Был хороший бой, савы даже смогли как-то себя мобилизовать. И 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Время истекло. К сожалению, победили ситхи. К сожалению, савы проиграли. Или наоборот. То есть, кому как удобно, игра была интересная, игра первый раз, и происходили замены, происходили вылеты игроков. Все было очень сложно. Ребята преодолели все эти вопросы и смогли найти себе силы и отыграть. Собственно говоря, я думаю, что следующие бои на выкупе Уотерсона будут не менее захватывающими. С вами был XV34, Муха 181879, Бабай. Всем всего и пока-пока. Напоминаю, что завтра будет тоже 3 игры подряд. Так что, ну, интервалом в час. Так что всех ждем вас. На следующие игры будет. До завтра. Следующие.